Большой праздник для маленьких ангелов. На днях особых мальчишек и девчонок пригласили на спектакль в театр кукол. Новогоднее представление – часть разработанного курса реабилитации. Детей с диагнозом ДЦП и их родители объединяют в одну семью и помогают им бороться с болезнью. Дмитрий Ковалев продолжит тему. В недавно открытом после ремонта большом зале театра кукол «Аншлаг» новогодний спектакль об украденной елке всегда пользуется особой популярностью. В финале этой сказки добро одерживает верх. Несмотря на козни серого волка и хитрые лисы, побеждает дружба. Эти зрители, как никто другой, верят, что новогодние чудеса непременно сбудутся. И сказка становится явью. Роли волшебников в реальной жизни исполняют меценаты и волонтеры. Ребят с поражением опорно-двигательного аппарата под свое крыло взяли дети-ангелы. Именно так называется общественная организация, которая недавно появилась в республике. Мы прежде всего объединяем такие семьи для того, чтобы они начали общаться друг с другом. Мы приглашаем специалистов, чтобы они занимались реабилитацией наших деток. Это различные новые направления: акварреабилитация, ипотерапия, остеопатия, нейропсихология, ну и досуговые мероприятия в том числе. В прошлом году для своих подопечных дети-ангелы не раз устраивали праздники и фестивали. А в ближайшее время для ребят организуют лечебные курсы, которые проведут известные специалисты. Театральное искусство тоже помогает. Чебоксарские кукольники даже разработали свою методику работы с детьми, чьи возможности ограничены. Театральное искусство дает возможность креатива, возможность развиваться, интеллектуально развиваться. А через сказку даже существует такой термин в медицине – сказкотерапия. Сказкотерапия для особенных ребят повторится вновь. Правда, пока волонтерам удалось собрать вместе только 50 семей, в которых воспитываются такие дети. Но в общественной организации уверены, что к их большой семье присоединятся и другие. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.